Соответственно, после того, когда мы выняли грунт, получили 60 кубов по основанию, нам необходимо его утилизировать. 60 кубов – это 3 20-кубовых машины 4-осника. Соответственно, это где-то приблизительно в районе 24-30 тысяч рублей по утилизации. Плюс одна смена работы экскаватора, погрузчика. Это еще 1020-25. Получается, что где-то приблизительно у нас расход на выемку обошелся 45-55 тысяч рублей.